Меньше всего хотел бы, чтобы это был как некий отчет за уже более 14 лет существования музея. Сказать, что музей возник случайно, ну, так сказать нельзя. Потому что у меня тема, она связана с камнем, когда я сюда приехал с Урала. Это увлечение детства. И приезд сюда, он действительно был не случайен. История Алтая, она уникальна во многих отношениях. И с точки зрения достижений камнерезного, и горного дела. Много что интересное, что привлекало. И для себя еще, учась в школе, поставил такую цель хотя бы на Алтае побывать. Но само уже прибытие на Алтай было для меня некоторым родом шоком. Я знал, что в России было два горных города. Екатеринбург, где я, в общем-то, жил. И Барнаул, которые жили не общегосударственным законом, а по законам военно-гражданским, законам горных офицеров. Но если на Урале, в Екатеринбурге и горы, и камень, в Барнауле ни того, ни другого. Поэтому это был, конечно, сюрприз. И уже когда, подъезжая на поезде к Барнаулу, глазами смотрел, где горы, а потом уже узнал, что даже камень барнаульский никто никогда не видел. Он находится на глубине 300 метров. И ни у кого особо желания 300 метров копать не возникало. Что там, пока никто не знает. Прибыв сюда, на Алтай, я скажу так. Конечно, мне очень повезло с точки зрения общения. Я долгое время познавал Алтай вместе с Родионом Александром Михайловичем. Писатель, геолог, историк. И после общения с ним, ну, просто невозможно было не влюбиться в Алтай. Он, можно сказать, заразил меня Алтаем. И особенно вот Колыванским озером, на котором он с какой любовью там все рассказывал. И я вспоминал, когда в школе еще читал академика Обручева, он писал, что каждый уважающий себя ученый естественных наук обязан побывать на Алтае, на Колыванском озере. Я убедился, что это не пустые слова. Побывав в Змеиногорске, в музее горного дела, и прочитав перед входом в музей таблички с фамилиями ученых: Герман, Гульман, Палас, Лидебур, Ренованс, Эрик Лаксман. То есть это плеяда мировых ученых, которые годами ехали сюда, в рудный Алтай. И вот с того времени у меня возникло такое ощущение, что жители Алтая не до конца, может быть, понимают, что они имеют, чем они владеют. На Урале, я вам скажу, отношение к камню какое-то, ну, извините, уральское. В доме каждого, если зайдешь, то ты увидишь на подоконнике или на столе, или в шкафу камень. На Алтае, в принципе, такого вообще не было. И как-то стало обидно за алтайский камень. Вся коллекция, которую я перевез с Урала, и спасибо родителям, что они мне дали, это и финансово накладно было, она перекочевала сюда, на Алтай. И я как-то даже подумал, ну вот, организую выставку, напишу книгу про алтайские камни, кружок сделаю, туризм минералогический, а потом вернусь на Урал.
По большому счету можно возвращаться. Все, что я тогда планировал, оно даже свершилось вроде как даже по уровню не выставка, а музей, как люди оценивают, что это действительно объект интересный. Я цель еще и другую поставил, когда почувствовал поддержку со стороны власти. Ну, первый, кто меня поддерживал, Владимир Николаевич Баварин. Он и сам был на всех выставках, которые, допустим, я организовывал. И поддерживал первые мои тоже объекты, где я выставлялся. Это был музей «Город» тогда еще на Калинина, в библиотеке. Вот. Ну, потом развитие пошло, и приятно, что когда губернатором был Александр Богданович Карлин, он тоже ознакомился с выставкой моей, что у меня было. Ну и фраза, что народ должен это видеть, она как бы, знаете, подстегнула к тому, что, да, в общем-то, и реакция людей, которые на выставках смотрели, видели, вот. И предложение, что наше помещение, твое насыщение, это было толчок к тому, что надо действовать. Сказали, помещение в старом городе подберем и будем эту тему развивать. И вот так, в общем-то, музей потихонечку начинал свое существование. Я для себя еще хотел, чтобы основная задача была просвещение в области геологии. Потому что независимо от того, что ребенок в будущем изберет, то ли это будет его профессия, то ли это будет увлечение, в любом случае это, ну, благое дело. До, скажу, 40 человек, кружок у нас бесплатный, который я организовывал, и желающих было невероятно много. До сих пор уже почти 15 лет одни уходят, поступают в институты, другие приходят. Но тот принцип, который у меня был, что рядом с ребенком должен сидеть его родственник, там мама, папа, дедушка, бабушка, мне все равно, потому что ребенок должен чувствовать, что его увлечение поддерживают. И вот тогда уже можно достичь каких-то результатов. Хочу несколько слов сказать по туризму. Вообще, логическим продолжением развития музея должен был стать минералогический туризм. Это очень интересно. Как говорили ученые, нельзя изучать, естественно, науки, сидя в классе. Дети должны обязательно посещать места, откуда все начиналось, в том числе Рудный Алтай. У нас пока очень много проблем с Рудным Алтаем и с размещением, и с питанием. Ну, много проблем. На мой взгляд, целесообразно было бы развивать межрайонные туристические маршруты, особенно для детского туризма. Это может быть не так сложно, а с другой стороны, каждый район действительно по-своему интересен. Еще хотел отметить в деятельности музея направление, которое я даже не предполагал, что оно будет. Вот оно, конечно, очень интересно, это производство. И вот, продолжая традиции камнерезов Колывани, конечно, не дублируя то, что делалось там, у нас на Алтае два до Нового года было народных мастера камнереза. Ковацкий, Титенов, Александр. Но вот, к сожалению, в этот Новый год из жизни ушел Ковацкий Александр Михайлович. Вот, пока сейчас работает Титенов. Работы его тоже на очень высоком уровне.
и ни на одной международной выставке были, поэтому мы стараемся вот этот исторический опыт и достижения колыванских камнерезов как-то держать на уровне. В техникуме политехническом у нас мастерская, мы обучаем детей, даем возможность, помогаем ювелирам тоже шире использовать свои творческие и профессиональные возможности. Еще, я думаю, много будет новых тем и направлений, потому что сейчас со мной музей занимается мой сын, внук, так что, я думаю, будет много еще нового и интересного. Приятно, что новый губернатор Виктор Петрович Томенко тоже приходил в музей, мы общались о начинаниях музея, разговаривали, они тоже были поддержаны. Ну и, в общем-то, не один грант музей выиграл в своем развитии. Ну а в прошлом году, и это было как-то такая очень весомая, ну и морально хорошая поддержка, мы выиграли президентский грант. И поэтому я думаю, что все будет реализовано в должной мере, и в городе появится еще два музея, помимо этого музея горного дела и исторической геологии и палеонтологии.